Всем привет, всем привет. Вот, короче, я решил пожарить кабачки. Эти кабачки мне привез отец своего собственного огорода. И, короче, я расскажу вам, как я их жарил. Короче, я их жарил на оливковом масле. Вот, натер чесночком, обвалял в муке и тонким слоем майонеза сверху помазал. И вот получились вот такие вот красивые, замечательные кабачки. Видите, как они выглядят? Красиво, аппетитно. Вот такие вот кабачки. Сейчас будем, друзья, с вами кушать. В общем, друзья, если вы тоже сейчас кушаете, приятного вам аппетита. Давайте вместе покушаем. Что, друзья, давайте кушать. Приятного вам аппетита. Друзья, очень, очень вкусненько. Кабачки собственного огорода. Вкуснятина. Простая еда, но тем не менее очень вкусная. Жареные кабачки с чесночком и с майонезом.
соседи ходят, там что-то делают. Шумит, это слышно, как полонь скрипит. Да, кабачки вообще получились. Если по пятибалльной шкале оценят, то на 5 баллов. Вообще обедение, друзья. Очень вкусно, классно. Вот. Что хотел сказать? Ну, в общем, по пятибалльной шкале 5,5 баллов. 5 с плюсом. Потому что реально кабачки получились очень вкусные и нежные. Вот давайте вам я еще раз расскажу, как я их готовил. Короче, я их жарил на оливковом масле. Посыпал солью немножко. Натер чесночком. Сверху. Вот. И все вот так это жарилось. А еще обвалял в муке. Забыл, я обвалял в муке, друзья. Обязательно надо обвалять в муке. Вот. И получилось вот такое вот вкусное блюдо. Не затейливо, простое, но тем не менее очень вкусно. Вот. Еще, друзья, вам хотел сказать, что не забывайте делать заказы. Вот. Если хотите, чтобы я вам передал привет видео, это будет стоить 50 рублей. Если у вас есть свой канал и вы хотите, чтобы я его пропиарил, это будет стоить 200 рублей. Реквизиты карты будут закреплены в комментарии под этим видео. Все, друзья, всем счастливо, всем пока и до новых встреч. Увидимся.